Опять началось спавн. Может быть. Не знаю. Чё там? Ничего, я пока почекаю. Ну да. На такси. Чё? Что это? Кто это? Кто же это? Подожди, а чё это у нас вообще? Это был я. Я имею в виду по уровню. Отстой. Там собак много. Не, ну проверяй, проверяй. Спи на лампе? Это совсем так неплохо. Так, что там происходит? Не, просто там что-то кто-то прям дышит так сильно. И спи на лампе — это прикольно, но... грустно, я бы хотел другую лампу взять. Вот то дело у меня. Что у тебя? У меня статы там. Плюс 4 силы, интеллекта и консты. То есть самого нужного. Да. У меня плюс 4 дексты зато. У меня больше такой лампы нет. Что прям такая комба. И халиф, что самое главное. Вот это прям вообще. Hold life? Да, который опыт... защищает чуть-чуть.
там. Лестница с паком этих миньонсов дом. У нас одни короли и императоры в игре, кстати. Не, чьи это самые свитки? А, это мои свитки, походу. Или нет? В любом случае, я их уже уничтожу. Ну, у меня тоже тут не так все просто. У меня ESP на бумеранге. У меня на проще на рунике. Это тоже нифигово. Где там? В том волчу. Да, я же говорю. Теперь все. Вот я нашел меч тогда от наручной три атаки и слил его на нас будет. Все, мне теперь они не падают вообще. Так же и с этим волтом. Один раз опустили, теперь игра накажет. Осторожным, параноидальным, с другой стороны, нельзя шанс упускать. Вот и балансируй. Тут Iron Wing идет. А еще нельзя стоять на лаге, это тоже не надо. Как хорошо рунику взял, иммун себе впихнул, и все. Так я вот говорю, я вот из-за этих статов не могу себе вообще иммуна, короче, сделать. Единственное, что я могу заменить, это броню. Но на броне иммун кол. И она... А, и плюс 4 скорости. И плюс офигенная защита. Чё, гвопы? Нет. А, отлично. Хорошая вещь. Но не здесь. Да, это ж сколько? Может быть, свитки артефактов? Может, это яма свитков артефактов? Да, это она и есть. Лич какой-то заспавнился. Я, кстати, у меня их, по-моему, нету, этих поушенов нету в списке.
Короче, я не знаю, но надо как-то его придумывать. Ну а что? Я думаю, его легко забрать вообще. Особенно такой толпой. Не надо его так бояться, он не настолько страшен. Учитывая, что его Грондер не убил на... Где? На арене. Я его за этого паладина на арене бил. Что, предлагаешь попробовать? Я этим мигом его не смог убить. Нет? Нет. Я вообще это за паладина всех развалил, кого можно там. И Карапта-то. Вообще в легкую. Вот если бы ты Drain Life бы жезл взял, тогда бы смог. Ну. Я видел X. О, L, кстати, это этот Black River. Угу. Так почему он это моргал? Да, он иногда моргает. Хотя не должен. Непростой. Короче, мы не найдем. Ну вот странно, почему ты не смог его побить на арене, хотя аж сильный не. Да, но я помню, что не получалось. Ну попробую еще раз. Не, ну там просто надо хилки и пахать. А я жезлами. А, даже жезлами не смог? Что это было? Я зашел на лестницу и сразу отдыхнул. А, ну он же это. Минус 500, ага. Вот это страшно было. У тебя защита есть. Насколько дыхнул? Не насколько. Он рядом дыхнул. Угу. Ты атакой с... Вон, что-то там было отбито, короче. Не, он даже не попал в меня. В смысле, он был недалеко, я просто сломал стены. Угу.
Не знаю. Все это выглядит стрёмно. Сколько собак? Не, ну можно фармить. Так. Чё там? Нашёл волк? Давай на пофиг, короче, вперемясы. Я не вижу, правда, тут его. Да фиг с ним. Найдём, он по-любому будет. А не будет, так заспавнится, да? Да. Тут два Iron Wing. Ну чё, залазим? Как хотите. Семьсот? Нормально. Не 1400. Но он может быть в другом городе, в любом. Но он придет тогда. Че тут один волт есть. Че там лавас? Мерего? Угу. Венженс? Астрал? Чё, я залазил? Самое время, да. Там уже замес начался. Как я могу такое пропустить? Н. Где? А. Ен. Тут он за вами. Надо его сюда. А как мы его будем танковать? А, сюда выманим и затанкуем. Давай я выманю. Давай. Идет? Нет. Да. Идет? Да. Он уже пришел. Но я не могу отойти. Почему? Потому что иначе он подойдет к челу, который не милишник. Да, не милишник. Ну я тогда рядом стою. Нет, ты не постоишь это. Ну давай, добей. Эх, опять стилер. Да мне такого, так там кьюшка.
есть чем убить. Да, убил. Жезл хила. Подожди, там идут челики. Отходим? Не знаю. Эти слабые. Кто знает? Слабые они там или нет. А вот это Ктулхач, походу. Нет. Барбазун. Там Бэшечка еще. Да. Их было две, по-моему, да, он еще справа. Так, там демоны опасные. Не опасные. Я имею в виду дальше. А, дальше, да. А они. За стенкой? Походу, да. Да, они за стенкой. Хорош. Так, ну они вот тут сейчас выйдут. Нам бы как-то... Да, на, нормально. Скайпироваться. Да. Давай это самое. А, тут вот так. Вот так оно тут. Ну, на уголку? А, тут понятно. Дальше коридор пошел. Так, там лич из опасных. Да. Стоим. Это плохо было? Он ушел. Идем паровозиком за тобой. А тут выход, походу, уже, да? Нет. Так. Большая ответственность. А вот и вход, да. А вот и бэшечка. А мне бы тогда отойти. А вот и лава. Подойти. Отходи. Давай, вот тут норм. Только, ну, я ничего делать не могу. И мы завали. Опять меня что-то сожгло там. Хорошо, что кодексы дефенса имеют защиту от огня, походу. Может быть, стоит отойти? Вот так, например. Типа того. Дефендер. Но у меня полностью все забито. Я вообще лут не могу носить, короче. Я не могу, потому что у меня перевес будет. Стрёмные челики. Да еще и... Так, там наверху это стрёмно. Пошли помогать. Чё? Там, видишь, прессуют. Прессуют? Магов наших и лучников прессуют. Ой-ой-ой. Жух-жух-жух. Понеслось. Да, это фигня. Тут главное... Да. Один есть? Или он это пойдет? По-моему, есть. На втором. Ну, блин, стрёмно ты стоишь там, конечно. Да. Не, я знаю, как решить это. Как же? Стенки. Надо сломать здесь и поставить стенки. Если лут сломать.
Они не хотят подходить из-за... Они подошли. Остался один, стрёмный. Madness. А у меня запись не ведется. Обидно. Блин. Я не могу танковать. А, нет, ведется, кстати, запись. Хорош. Что там было? Что это за фигня? Значит, 700. 700 с подачи. Чё-то мне не нравится. Эти потенциальные 700. Так, чё, идём? А где ты? Я уже дальше пошёл. И тут стрёмное место, короче. Помогайте. А где ты? Внизу. Где гэшка красная. Да я уже всех развалил, короче. А, всё, вижу где-то. Что там у нас? Нормально всё? А фиг где у меня... Подобрался меч of nothingness. Да, все изи. А где наши два друга? Вампирчик. Опыт с меня снимает. А, вот они идут. Так, здесь тупик, походу. Да. Ну, надо, значит, внизу чистить вот тут. Да. А там эска. Надо, чтобы сзади кто-то стал. Все, нормас. Блин, опять что-то сгорело. Как же мне этот иммунка выглядит? Было бы идеально просто получить бы. Так. Что ж, надо теперь идти в ту сторону. Дочистить вот. В какую? В ту? В которую мы еще не ходили. Стрёмно очень. Вообще не стрёмно. Ещё один выход. О, бэшечка. Уже начали её разбирать? Да-да-да, проходи. Тут место есть для тебя. Волты чистить это довольно легко и просто. Ну,
Стоим. Главное. Конечно. А там еще один ГБ. Главное не паниковать. А, еще два ГБ суммарно. 1200, офигеть. А, ну это у него эти. Бам. Ракеты, да. Это ж сколько ж надо зарядов на них. Стоим. Держим. Чё ГЖ, еще один Ипалорк остался. Да. Сейчас сама ждем. Да, ждем. Вот теперь ГЖ. Вот тут бы этого прижать бы, было бы вообще огонь. Хеллрайзера, да? Да, здесь. Не идеальный волт, но достаточно хороший. Может быть, он все-таки где-то тусит? Но я его не видел. Если бы это так, было бы классно, конечно. Ты же так, знаешь, что тут уже какая-то пешечка. А что еще? Вот, идут. Челики без идут еще. Все. Стой там. Не вылазь. А чё, они там затупили, да, походу? Да. Чё за дичь? Это лавасовский демон опять. Я вот хочу посмотреть. Эночку. Так, опять этот хрен идет. Не идет. А, нет. Наверное, он. Лавы боится. Будем забирать его? Да шо толку? Он сейчас все равно заспавнится. Интересно, а вот тут вот есть стенки? Да, он закрыт полностью. Ну и фиг с ним тогда. Вот интересно, если мы реально сейчас N в том волте найдем, и он пойдет к нам. Где мы его будем зажимать? Вот здесь. Вот здесь, это вот где? Вот, смотри, прям вот идеальное место, вот. А-а-а, он встанет сюда? Ну, я боюсь, что он насамонит вокруг нас. Не терпеть. Просто думаю, что можно было бы, знаешь, где? Балрак идет, надо его. Вот этого Шли. Надо. Можно вот здесь его, где сейчас я стою. И типа мы по бокам. И эти двое по бокам. У вас курцелем. Да. Хотя тут остается, конечно, суммарно 4 точки призыва. Я считаю. Еще лучше. Вот здесь, вот где сейчас я. Он в углу стоит, мы рядом не даем ему бить в мили, по крайней мере, дальников наших. А они стоят, соответственно, в других уголках. Лучше не найти. You behold... Чего? You behold the unspeakable... А, на меня нашептали что-то там. Чё, надо Локи это нахренарить. Пойдем.
Наверное. Но у меня нету жезлов. У меня 8. А, нет, вот 8, да. А это кто такой? Икс. Как мы его будем? Это плохая. Не, ну тогда бейте, чё. Опять застили. Я стремаюсь икса одного. Почему? Сейчас он отдохнет, пока я в рейсе хожу и... Ладно, а куда нам идти? Нам к верхнему левому волту надо идти. Все бы хорошо, но там Томик. Кто? Томик. Раала. А я его не вижу. Где эти челики там стоят? Ах. Пращники. И не жених. Окей. Ну, можно наверх пойти через пачку демонов. Да. Проблема в том, что я случайно совершенно уничтожил свитки речаржа. Совершенно случайно. Да, они совершенно случайно оказались на земле, когда я хотел продемонстрировать факел. И снял его, у меня место было переполнено, и они выпали на землю. А потом я совершенно случайно на них наступил. И они сломали. А, да, он там. Вижу, вижу. Окей, так. Так, мне нужно перезарядиться. Посмотри. Ты осторожно смотри, а то я тут перезаряжаюсь. Да, лучше. Там есть хорошее место сверху, чтобы построить стены. Так, все, я перезарядился. Чё стены? Ну тут возможность есть поставить стены хорошо, чтобы подойти по. А, поближе, в смысле, просто. Ну, подойти, посмотреть, как там что расположено. Ага. Так, Lesser Balrog. А, нет, он не идет. Сиблюза друида зашел. Мы всех вдохновили, короче. Так надо, говорю, построиться поближе, подойти. Построить тут линии эти. Стен. Чё? Так, он, по-моему, дышит уже. Да. Так, я смотрю. Ты сейчас... Вверху. Выход сверху. Ага, хер выманешь. И, наверное, снизу. Сейчас я еще гляну. Так, предупреди, я отвлекаюсь. Так, там этот джип, гэшка. Надо ее забрать. Блин. Убежала. Mm-hmm.
Ну тут без стеночек вообще никак. Тут нужна помощь твоя. Так, что нужно? Стеночки поставить. Ты хочешь вот не спать? Нет, я хочу демона вот этого забрать. Поставь стеночки еще. Заколебал. А хотя там челики сейчас наши разберутся. Ну да ладно. Ну чё, можешь его просто это... А в открытом поле. Ну а как еще? Или фиксить? Смотрите, мы всего лишь в одной клетке от него. Держите его там. А, окей. Так, собаки, таймы. Но это ваша работа. Я его не так. Да здесь, он тут не выйдет вообще. Так, перечарж. Осторожно. Идет рипер. Угу. Короче, его надо сверху выманивать. Походу нету. А где сверху? Окей, а как нам это сделать тогда? Ну, кто-то должен. Да, я его приманиваю. А так как голосовая связь только у нас с тобой есть. Надо его выманить и валить сразу в Волт. Ну, я стою возле Волта. Ты заходишь. Он это выходит, ты мне говоришь, я рентген сделаю, притягиваю тебя, все, изи. Не, я конечно и сам бы это мог сделать, но видишь ли ты, нет. Я не вижу, а ты реально знаешь, как ты вот? Ты палкой просвети. А я не вижу палкой. Не знаю, вот прям по центру. Ты его держишь? На себе. Сейчас, погоди. Да. Вот. Выход прямо вот здесь. Капец, стрёмно. Ну нормально. А, Гвоп еще проснулся. Окей, у меня простой план. Вали в Волт. Чего делать? Валите в Волт. Идите в Волт. Все? Да. Так, тут какая-то хрень началась в Волте. Секунду. Кто-то заспавнился, демоны. Они пока не пришли. Собака заспавнилась. Так, что такое? Они чистить продолжают. Зачистить демонов? Да-да-да. Пробегу наверх. И?
ты пробежишь влево, он выйдет, а потом что? Когда а потом выйдет, ты меня заберешь. А, то есть ты пробежишь в надежде, что... Да, в надежде, что он выйдет за мной, чтобы не попадаться ему в глаза. Я не понял, что она имеет в виду. Готовьтесь, короче. Я готов. Всегда. И главное тебя присумонить. Так, где он? Не знаю. Ты погнал? Я начинаю свое развлечение. Скажешь тогда. Так, полки. Главное, чтобы он не притянулся вместе с тобой. А ты встань сразу в нормальное место. А я смогу тебя это притянуть? Волк сразу. Держит. Зачем? Что он не понял, что я хочу сделать. Они продолжают где-то тусить, непонятно где. Ты встал там? Я встал на руны тут около входа в волт. Перечарженные руны. Да, N. Мы, кстати, не видели. Да фиг с ним. Самая ответственная часть. Так, вот он. Что там говорит тогда, когда момент истины? Он не вышел. Плохо. Так, я так подозреваю, бить он будет меня. Да, но доставаться будет всем из-за ракет. Стрёмно. Бодрящее ощущение. Угу. Да я думаю, все норм будет. Но его быстро уделать должен. Вопрос, кто будет этим счастливчиком? Да его нет, ну как получится. Учитывая то, что среди нас есть стилер такой. Ладно. Его выманиваешь, это будет достойная награда. Блин, я херню сделал, походу. Что там, норм все? Ну, я жив-здоров, с этим все хорошо. Но? Он немножко застрял. Это печально. Так. Тебе открыт разум? Да. Хорошо. Мне надо его как-то... Я не понимаю.
быстро жезлы в перезарядку уходят. Ну что ты... Там выход, вот где он стоит сейчас у тебя, там выход еще один есть, такой же, на этом же месте. Еще одна дверь. Она идет ровно по прямой. Где? Вверх. Вот в этой маленькой комнате, где он стоит у тебя, да? Напротив вот этой двери есть такая же ниже дверь еще. Давай я тебе, короче, все, сейчас... Все, он вышел из этого круга. Из маленького. Хорошо. Так, а где мы его там? Все, он. Где он? Да. Вот там, где он. Угу. Я боюсь, что мне могут сломать все. Фу, вот эти... А ты что ли? Ну, жахни их дыханием. Блин, мана заканчивается. Странно, почему у тебя двери не видны. Но котов все-таки лучше даже. А маны нет бутылок? Нет, я не брал. У меня вообще нет места, в смысле веса. Котов много. Но они тебя могут, да, подставить. Серьезно причем. Я не смогу через них пролететь, да. Так, он должен быть... Здесь, здесь. И я снова провел его через не ту дверь, да? Нет. Все, окей, теперь он здесь. А Гвоб заперся. Отлично. Пошло. Так. Вот теперь самое веселое начинается. Что там? Он вышел, нет? Нет, нет. А ты хочешь сюда пробежать? Да, я думал о том, чтобы пробежать направо. А блин, это что? Плохая идея. Он так не выйдет. Если ты будешь справа, он пройдет просто напрямую никак. А так, а больше никак не вытащить. Только встать рядом. Пока он выйдет. Да. Что? Там опять кот бегает. Ты сейчас побежишь, и он тебя как раз... Я хочу убрать это дело. Мне кажется, вот так не пройдет фишка. Меня. То что... Деспаун где? Ох ты, ё. Чё, их надо это? Это Глоурунг. Вроде бы. Да, да. Точно. Ладно, я знаю. Я должна получиться. Будь готов. Я готов. Только скажи.
Че, тянуть, нет? Нет, он промахнулся. Как я и говорю. Ну а что, мне тогда его лицом в это таскивать? Но я не вижу других вариантов. Д зачистить. Погнали. Пойдешь? Наверное. Тогда я... Заодно могу встать. Хорошее место. У меня появилась отбитейшая идея. Смысл в том, чтобы... А, хотя нет, он ломает же стенки. Не получится. Блин, я не знаю, как его выманить. Действительно безопасно. Понятно, что можно безопасно делать. Какая жесть, они все пошли, блин. Сейчас мы закончим. Вроде терпимо. Так, пойдешь вот. Сейчас дракончик еще один. Ну, видимо, я буду суицидальной тактикой пользоваться. Так, я жду. Все, я на месте. Подожди. Ты не на месте. Как не на месте? Ты рядом с волком, а не в волке. Я не уверен, что я смогу тебя призвать в волк. Поэтому я рядом с волком. Окей.
пожелайте мне удачи. Да, удачи. Если будет прям стрёмно, ТП-ш, я тебя притяну. Тяни. Где ты? Почему я тебя не смог притянуть? Не знаю, но он вышел из Волта. А ты где? Я все там хожу. Я уже пешком приду, не парься. Ага. Но он вышел, да? Угу. Где будем его встречать? Вот тут, да? Я хочу, да, вот где-нибудь вот в этом месте. Один из нас идет наверх, прячется, а второй заходит, ну, чтобы зайти сзади. Я не, вот только не понял, почему я тебя не смог притянуть. Я тоже. Так. Наверное, у тебя закрыт был разум. Вон открыт, он. Открыт. Он рядом. Он сейчас придет уже. Ну что, будем его так бить просто? А как? Не все смогут бить его. Так, но он застрял. Тому же он, пока что. Да, к тому же он застрял. Но какие у нас варианты? Варианты. Можно, знаешь, где? В зигзагах вон справа, например. Зигзаги справа. Кинуть. Я не вижу. Кстати, самое обидное, что мы заперли себя в волте, с ним мы не можем выйти. Мы можем выйти с другой стороны. Ты видишь выход? Да. Напротив этого же. Но мы не можем выйти так, чтобы его не встретить. Почему? Он этот волт вряд ли пройдет. Нет, вот у нас нет выхода справа. Почему нет у нас выхода справа? Ну вот. У нас есть выход справа. Где? Блин, ну... Тут первая стена, их не обойдешь. Поверху? Ну, это нужно выходить к нему, он же прям рядом с ним. Не нужно. Потому что вот, он здесь, а нам вот сюда. Окей, хорошо, понял тебя. А, не стой так, ты мне, это меня пугает. Окей. Ну, втроем мы его можем вот здесь взять. Где? Ну, вот здесь, где мы сейчас стоим. Но тогда четвертый не сможет атаковать. Надо, чтобы все атаковали. А в других местах он нас обманет. Они и в других хороших мест. Блин, опять это лава. Хочешь сам... А, негде стоять. Ща вы его... Не-не, я его держу. Так, ну. Вот там, где... Может быть... Блин, он достал меня сжечь эти... Мои поушены. Вот там... тут везде лава. Не, я вот нашел рунку. Я не могу найти место, где мы могли бы его все вместе бить. Нашел! Нашел! Где? Внизу слева, самый угол. Он может да. Самонить тогда, но... Кому-то придется дико терпеть. Если он за собой насамонит, да. Имеешь в виду вот так? Один становится... Ну, я скинул вниз. Ну,
Идея, конечно, хороша, но вопрос, если сможем бы ли мы было вытанковать. Если бы было что-то похожее, но с еще одним зигзагом, где бы он не смог на самой. Вопрос теперь в другом. Сможем мы его туда привести безопасно? О, это долгий путь. Это долгий путь через верх. Наверное, нет. Вот. Где? Подожди-ка. А, нет. Не вариант. Да я думал, он там в тупике. Чуть вот выше от нас. Но там прямая линия только для двух. Ну, точнее, двое там смогут. Идеально милишник и маг еще стать. Да, если бы было что-то длиной 4. В принципе, и он сможет стрелять. Какой-нибудь... Вот знаешь, внизу справа места такие. Вот здесь. Например. Ну да. Вопрос опять, сможем ли мы его туда безопасно привести? Это да. Потому что довести его это через верх. Туда вести его. Вон, вот самый лучший план. Выкадует Элла. Просто замочить, да? Погнали уже. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот сюда вот становимся и жахаем. Бам-бам. Просто. Не, там где... Блин, мы сейчас вдвоем остались. Ну и что? Мы его и вдвоем заберем, пока они там шарятся. Блин. Не, вдвоем тут фиговое место. Слишком много открытого пространства. И смотри. Здесь будет... Вот тут он, да? Вот тут, например, мы тут, кому-то придется терпеть двух самонов еще. Ага, а там где я стою? Это, тебе тогда надо вот тут становиться, а мне здесь, чтобы терпеть его и двух самонов. Хотя у меня всего лишь 1600 здоровья. Я не вижу тут нормальных вариантов, надо что-то уже делать. Надо пробовать. Давай его, знаешь куда? А хотя, блин, там тоже херовое место. Я думал его вон туда, в загогулину справа. Такая, которая... Такой шестеркой. Загогулина справа это где? Туда его быстрее привести. Там мы сможем вдвоем встать где-нибудь. Опять же, вдвоем, остальные. Ну, ты сейчас предлагал без них быть. Я думаю, это будет очень некрасиво. А у нас. Считай, что нет тут вариантов особо. Тут места нету просто, чтобы убить всем вместе. В основном из-за двух милишников. Это затягивается. Во! Слушаю. Смотри. Видишь, где Potion лежит?
мерцающий. Слева. А, ну да. Но все равно придется терпеть двоим. Понятно. Двоих этих. Понятное дело, два самона, а то и три, ну, еще и дышащих в спину. Да ну-ка, это фигня. Нужны эти ренжи. А что если, я вот не знаю, как это будет работать, но мы приманим его куда-нибудь в узкое в какое-нибудь место, а ренжи подойдут сзади, издалека будут бить, он не переключится на них. Вот я фиг его знает. Блин, у меня горит все. Встань на рунку. Надо с этим что-то делать. Еще две, три банки еще сгорело. Уже 76 осталось, я еще ни одной не выпил. Не, надо что-то делать, это все, мы так сейчас будем стоять тут три года. Он жить столько не будет, сколько мы думаем. Сейчас я только пойму, в этом месте можно или нет, или лучше здесь. Ну вот здесь, конечно, опаснее всего. Короче, я предлагаю что-нибудь вот типа в той загогульне, которую я скидывал. Сейчас покажу. Так. Ну, скажем вот так. Все равно кому-то, да, кому-то придется потерпеть. Вот, смотри, я скинул. Кто же это будет? Да, двое стоят запертые. Там две, там всего три клетки в высоту. А верхний левый стоит он. Ниже двое. Ну давай, дальний. Вот я, например, его призываю, притягиваю, да, сюда. Ну, точнее, я стою вот где он должен прийти. За мной стоит дальник. Он внизу подходит, начинает бить. Потом подходишь ты, его зажимаешь. И, а еще один дальник становится в другой коридор, куда? Да, но лучше я не знаю просто. Ну давай пробовать, чё. Я готов. А они еще где? Они чистить кого-то пошли. И вон они, собак будет там справа. Давай, они не хотят. Ну тогда. Тогда. Окей, если чисто на нас двоих. Так. Если чисто на нас двоих, то же самое место, просто один его туда заманивает, а второй заходит, зажимает. Куда? В то место, ну вот, которое я показал. И он сумонит. Да, но один терпит на самом. Значит, ты его... Значит, я ты... Его да. Нет, я подхожу, значит, за... Или как? Он вообще на меня должен первым наброситься, чтобы он меня бил. Потому что если ты будешь первым принимать, он так и продолжит тебя бить. Значит, тебе придется самона терпеть. Я не вижу варианта круче этого. А где одному его найти? Изи. Вон сколько мест. Любой уголок. Заходишь и просто... С другой стороны, сможем мы его туда привести легко? Ну, вот туда. Но это рядом. Относительно нас. Ну что мы делаем-то? Так, ну давай. Ты отходишь, я его веду. А они будут бить вообще или нет?
Да, меня очень смущает сам. Несмотря кто. Они если завтра хотят его убить. Мы постоим, почилим. Подумаем. Ну что ты думаешь? Я бы его прям здесь бы принял. Тут вот рунка есть, ничего не сгорит. Вообще вон туда. Вон в этот, в тупик наверху. Ну да, всего. Это лучшее место для одиночки. Блин, вот везде в этих местах не хватает буквально еще одного поворота закрытого. Не знаю, мне кажется, это какая-то плохая идея. Бить вчетвером? Бить его там вчетвером, потому что он призовет сейчас в этот коридор, и они окажутся... Эти дальники окажутся под сумонами. А где они не окажутся под сумонами? Не знаю. Он же призовет за спину. Любому милишнику, в принципе, да? Да, он за спину. То есть, если мы его с двух сторон даже окружим, он либо тебе за спину призовет, либо мне за спину. Да. О, они возвращаются. Придет сейчас... время. Сейчас знаешь, что будет? Они будут возвращаться, они аккуратно подойдут, он пролетит к нам. Нет, он не пролетит к нам в любом случае, потому что он сагрен на нас. Давай тут прям. Типа, окей, где он будет стоять? На моем месте? Почему на твоем? На чем? Вот тут. А ты вот тут, а я вот тут. А где они вдвоем. А-а-а. Вот так? А он сможет вот а призвать его? А он, наверное, не будет самонить. Вот за себя, да. Я имею в виду, вот сюда он вот сюда вот не сможет присумонить. Если мы все вот тут займем все эти места. Вот где лава стоит, он туда сможет присумонить? Я думаю, да. Иначе кому-то придется терпеть. Я только сейчас понял, почему он не сможет к нам подойти, потому что там коридор нормальный. Вере Сайдеса. Но Сайдес нам призовет. За спину призовет, если и все, и они под сумонами это. Куда-нибудь он досамонит. Дагра это фигня. Вот тут. Что? Деньги это где он будет стоять. Например. Угу. Стены бесполезные. Что он делает? Он его хочет привести. Зачем? Чтобы бить. Ладно, логично. Ему надоело ждать. Например. Pull around. Southern corner. Внизу? Ну там слишком много самонов. А может и нет. Ну хотя в лицо много самонов будет. А так же, как здесь, в принципе. Ну да, разницы-то нет.
То есть можно, в принципе, спуститься, и ты встанешь там, где стена. Я пробил. Надо стену тогда разбить. Я могу надышать. Вот так. Не. Там слишком длинный коридор. Да? У тебя видно, что там за коридор сейчас? Спринт? Да, куда спринт? Спринт? Длинный коридор. Шрит. Нет, там не вариант вставать. Давай здесь. Че? Да, самоны сзади. Ай, мы слишком боимся. Подожди, у этого сколько? У дыхания сколько радиус? Два точно. То есть раз-два. Он не сможет сломать в таком случае стенки за нами, за всеми. То есть вот он здесь, раз, два, он до тебя вот максимум сможет застрелить. Ну, а вот здесь, тогда... да, если вот тут стены были бы, вот, вот тут вот, то он их не сможет сломать. И, соответственно, присумуем. Кстати, они да, наверное, может пройти. Но у него очень широкая, ну, ты... мне кажется, он может... Гвоб же больше нет, ломает. Вымыть его не проблема. Ну, короче, становитесь. Я готов его вымыть. А наверху почти то же самое, только он все стены сможет сломать. А у них... Чё? Смотри, вот там, где они сейчас. Вот в этом коридорчике. Он встает там, где сейчас Лавас. Мы слева от него. Тут не так уж много самонов. Он за собой сможет. И он не сможет, скорее всего, на самом деле. Вопрос, как его туда провести? Смотри. Мы все уходим туда. И все, и он застревает не, ниже Лаваса. Один держит. Этот один уходит направо, ниже правее лестницы. И выманивает его сюда. Хотя, блин, да, не получится. Нет. Это все фигня. Здесь самый надежный. Вот вниз встал, он вышел, коридор, назад отошел, все, он придет. Бьем. Один я только спокоен. Это все потому, что у тебя шрифта нет. Да, я не вижу ничего. Икс какой-то маленький, фигня. А, он предлагает за аг... Чего? А, он предлагает заагрить его туда, а потом вернуться. Так пусть выманивают. Тогда... Куда выманивают? К нам. Я выманю к нам его сюда.
пусть они становятся. Или они там все-таки наверху хотят. Я не представляю, как его туда наверх вести. Это по таким загогулинам, это вообще нереально. Вот там вот, смотри, вот выше лестницы коридор, и потом пошел вниз. Как вот его там заставить туда идти? Никак. Но это бессмысленно это вообще. Сложно, это нужно обходить дальше. Ну, это... А потом вернуться. А потом пока вернуться этот... поверх. Да, пока он идет. Не, это слишком фигня. Фигня какая-то. А как. Окей, как ты его выгонишь оттуда? Ты просто вниз вот. Пойдешь или нет? Просто вниз пойду и все. Он покажется там, и я назад раз. Главное, чтобы он не присумонил. Вот. Окей, давай попробуем их вариант. Так, они хотят сюда. И сейчас я его спрошу. Куда они хотят? Уточню, если да. Короче, смотри, они выманивают его в эту загогулину. Где они сейчас стоят? Да. Потом бегут к нам. И дальше. И он успеет все, что... выходить. Может быть, не успеет. Мой план, мне кажется, лучше. Ну, если там... успеет, то ты просто. Если они не успеют, они ДБшнутся, и ты просто их призовешь обратно. Я не уверен, что я смогу присумонить их к Волт, потому что... Это не сработало со мной, да? Нет, с тобой это не сработало на входе. Я даже близко около Волта не был. А потому что Волт теперь нельзя телету, насколько я знаю. И это вызывает у меня большие сомнения. Окей, ну... Ладно, это их предложение. Если что, мы его вдвоем заберем после этого. Поехали. Нам что, стоять тут или что? Отойти. Отойти, чтобы они агро словили. Ну ладно. Окей, они словили агро. Только, да, стань так, чтобы они прошли. Боюсь, что это плохая идея. Go right. And then back. По-моему, это плохая идея. Конечно, плохая. Чё б выкинуть такого? У меня 56. Ну, у вас плохо стало. Всё, началось. Погнали. Okay. Так, надо поменяться. Всё, выманиваю. Ну... Самое то. Агро на них. Пусть отойдут. Они должны сами понять. Нет времени. Все. Ну вот и все. Дольше это. Кто убил? Вин. О, Курцин. Пусть забирает лут. Да.
Отлично. Так, теперь внимание, вопрос. Я об этом ничего не говорил. Но что с моими хилками? Они не сработали? Нет. Я бил его на жезлах. Я тоже. А еще у меня жезл хилинга в чарвинг в инвентаре был. Я реально мог слиться сейчас. А я просто забыл хилиться топом хилка. Лава срат. Ну, это было быстро вообще и без сумонов. Мне бы место найти хорошее без лавы. И посмотреть, что там вообще было. И насколько он дышит вообще, собственно. 250 Magical Energy, 400 Хаос, 300 Дезинтеграции. Мана Шторм 692. Сколько? 692. Жесть. You cover before the Hellraiser attack. То есть он на 125 зарядил Magical Energy, потом зарядил на 400 хаосом и на 692 тут же маноштормом еще. А третья атака меня щит спас. А по мне маношторм дает по 207-230. Ready to gate? Че, мы валим, да? А, лут... А, ну я понял, всякая фигня осталась. Чё, может тогда на сегодня все? Или ну мы да. хотим еще? Еще троих завалить. Не, хорош пока. Чё, я прожимаюсь? Да. Ну-ка, с подачи у него что там? Надо изучить вопрос.